квартиру? За квартиру мы платим 197 рублей, а за подъезд, за свет, 384 рубля. Логики, мне кажется, никакой нету. Жители панельной многоэтажки показывают свежие платежки от управляющей компании. С нового года плата за электричество по графе «Общедомовые нужды» выросла в 10 раз. 500 рублей нужно заплатить за работу лифта и лампочек в подъезде, а также мытье лестничных клеток. За многоквартирный дом, за нашу квартиру трехкомнатную, 500 рублей с нас взяли. За подъезд, за свет. В квартире мы в трехкомнатной нажигаем 4 человек, получается, то же самое 500 рублей. Так у нас теплый пол, у нас иногда включается кондиционер, не выключаются телевизоры, не выключаются иногда какие-то электроприборы. И мы нажигаем за весь месяц, не экономя, как говорится. А здесь не работают лампочки почти, постоянно перегоревшие в подъезде. Такие квитанции с возросшими платежами по ОДН получили все жители Владивостока. Жители дома пожаловались на необоснованные расценки в жилищную инспекцию. После этого управляющая компания сделала перерасчет. Плату по ОДН сократила в 5 раз, с оговоркой, что и это временная уступка. В апреле сказали, примут опять эти новые нормативы, опять что-то придумают, опять что-то изменят, и опять мы будем платить такие вот нереальные суммы. И нужно вот вопрос, зачем это все делать и усложнять нам жизнь? Ставили мы этот прибор учета в подвал, платили бы дальше. Чем не устраивало их наше правительство, неизвестно. В управляющей компании комментировать ситуацию на камеру отказались, но по телефону ответили, что действуют на основании закона. С нового года вступили в силу изменения в жилищном кодексе, и теперь плату по ОДН коммунальщики имеют право начислять не по приборам учета света и воды, как раньше, а по тарифу, который утверждают краевые власти. Для Приморья он составляет 3 рубля 83 копейки на 1 квадратный метр общедомовой площади. А вот что делают с разницей? 130 рублей собрали, 30 рублей оплатили. Получается, недовольство людей, оно в принципе обосновано, потому что для чего мы тогда ставили все эти приборы учета. Но после этого были выпущены пояснения Министерства строительства, в котором из фактического толкования, как вот прямо в письме написано, что расчет ОДН может быть меньше нормативного, исходя из приборов учета. Но опять, слово «может быть» оно ставит всех в какое-то затруднение. Что значит «может быть»? Может и не может. Вопрос расчетов ОДН довольно часто попадает в центр внимания на занятиях управдом, которые городская администрация проводит и для жителей многоквартирных домов, и для управляющих. Нововведения в российском жилищном законодательстве требуют серьезных разъяснений, поэтому для слушателей курса составили наглядную формулу вычисления платы за ОДН. Здесь значение имеет наличие общедомового прибора учета. Если таковой в доме имеется, вычитается расход коммунальных ресурсов по индивидуальным квартирным счетчикам и объем ресурсов, потребленных гражданами, у которых нет приборов, определенный по нормативам. При наличии нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, это магазины, аптеки и прочее, их объем потребления также вычитается из расхода по общедомовому прибору учета. Если же общедомового счетчика нет, объем ОДН определяется по установленным краевыми властями нормативам. Однако управляющие компании, допустившие ошибки в расчетах за 2017 год, исправлять их не торопятся. В ходе получив квитанции, в которых ОДН сильно вырос, скажем так, справедливо, не думают, что вообще происходит, да. Мы сейчас работаем с управляющими компаниями, убеждаем, да, то есть проводить перерасчеты по приборам учета, то есть сейчас вот как раз в апрельских квитанциях, которые сейчас вот у нас ведутся начисления, мы надеемся, что управляющая компания сделает перерасчет по приборам учета, вот, особенно по электричеству, которое, в общем-то, этот ОДН, который всех, так сказать, больше всего поразил, вот, и, соответственно, собственники уже в следующих квитанциях получат себе перерасчет. То есть это будет справедливая цифра какая-то, которая, собственно, и была всегда по приборам учета. А тем временем жители домов по улице Чапаева решили не дожидаться новых квитанций, а пожаловались на поборы в прокуратуру. Пришел ответ, что на уровне региона проблему не решить. Законопроект о начислении платы за общедомовые нужды на основании показаний счетчиков поступил на рассмотрение в Государственную Думу. Пока же закон не изменится, жильцы могут разве что договариваться со своей управляющей компанией, а если не выйдет, менять форму управления дома. Инна Щедрова, Евгений Опарин, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.